С целью поддержки пострадавших от землетрясения в Турции, по указанию первой леди Азербайджана, президента фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, фонд Гейдара Алиева направил очередную гуманитарную помощь. В общей сложности 40 тонн помощи, включая палатки и обогреватели, были отправлены самолетом, который сегодня вылетел в зону землетрясения. Фонд Гейдара Алиева с первого дня трагедии оказал Турции поддержку по указанию первой леди Мехрибан Алиевой. 9 и 11 февраля для пострадавших в результате трагедии были отправлены различные лекарственные препараты, медицинские принадлежности и оборудование, теплая одежда, палатки с обогревателями, генераторы, дизельные калориферы, а также оборудование и принадлежности для поддержки поисково-спасательных работ. 20 современных модульных домов, собранных в Баку по заказу органов исполнительной власти Гюрамбойского, Джелилабадского, Кюрдамирского и Тартарского районов и городов Ширван и Мингичевир, сегодня были отправлены в Турцию для поддержки людей, лишившихся крова в результате разрушительного землетрясения. В однокомнатных и двухкомнатных модульных домах созданы все необходимые условия для проживания от 10 до 12 человек. До конца этой недели будут собраны и поэтапно отправлены в Турцию еще 90 современных модульных домов. Исполнительная власть города Ширван уже отправляла в Турцию гуманитарную помощь. В продолжение этой помощи сегодня мы отправим в братскую страну современные модульные дома для пострадавших от землетрясения. Эти дома модульного типа оснащены всем необходимым оборудованием. Завтра мы планируем отправить еще 4 дома контейнерного типа. Напомним, ранее 4 модульных дома были отправлены в Турцию исполнительной властью Сумгаита. Также пострадавшим от землетрясения была отправлена гуманитарная помощь, состоящая из продуктов питания, медикаментов, обогревателей, генераторов и палаток. На сегодняшний день помощь в зону бедствия в Турции отправили исполнительные власти 57 городов и районов Азербайджана. Трагедия, произошедшая в братской стране, огорчила весь азербайджанский народ. По инициативе президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиева с первых дней стихийного бедствия стартовала кампания по сбору гуманитарной помощи. К ней присоединились также жители Тартарского района. Мы отправили в Турцию гумпомощь общим весом 20 тонн. Исполнительной властью Тартарского района в братскую страну отправлено 4 модульных дома размером 3 на 7 метров.